Дошкольно-образовательные организации начинают свою деятельность в период пандемии COVID-19 в соответствии с временными санитарно-гигиеническими требованиями. Ежедневно при входе на территорию дошкольно-образовательной организации медицинским персоналом данного детского сада проводится осмотр сотрудников. Утренний фильтр. Измерение температуры тела и показатели вносятся в специальный журнал. Тщательно моются подверженные частому загрязнению поверхности, в том числе ручки дверей, окон, шкафов, выключатели, жесткая мебель, столы, стулья, манежи. Родители и дети пребывают в ДОУ с соблюдением масочного режима. Дети приводят и забирают в строго указанный в графике промежуток времени. Необходимо соблюдать дистанцию и двигаться строго по указанным линиям в целях безопасности и взрослых, и детей. Осуществляется сбор эпидемиологического анамнеза о состоянии здоровья воспитанников и членов их семей. Перед входом проверяется общее состояние здоровья детей. Детям запрещается приносить с собой игрушки, продукты питания и напитки. После прохождения утреннего фильтра, перед тем, как зайти в группу, снимаются маски, меняется одежда и обувь. Затем воспитанники тщательно моют руки с мылом не менее 20 секунд под присмотром персонала ДОУ. Руки детей моются с мылом или обрабатываются антисептическим раствором каждый час. Рекомендуется использование одноразовых бумажных полотенец или салфеток. При отсутствии возможности обеспечения одноразовыми бумажными полотенцами или салфетками требуется использование многоразовых личных промаркированных полотенец, которые необходимо менять ежедневно. В группах во время обучения, питания и сна обеспечивается расстояние между детьми не менее 1 метра. Не допускается взаимодействие и смешивание детей из разных групп во время занятий и прогулок. При благоприятных погодных условиях как можно больше учебных занятий и мероприятий проводятся на свежем воздухе. Учебные программы адаптируются для проведения на открытом воздухе. Здоровье детей – это самое важное для всего нашего общества и всей страны.